Так, каретка у меня находится слева. Мой плед находится справа. На пледе я подхватываю петельку, одеваю на первую иглу. Подтянула и провязываю два ряда. Два ряда провязала, опять подтягиваю. Надеюсь, видно. Ничего никуда не делось. И все снимает правильно, горизонтально, а не вертикально. Так, опять одела. Это плед тунисским вязанием, тунисским крючком. Но я его буду год вязать, наверное, еще довязывать до нужного мне размера. Поэтому я решила использовать свою вязальную машину. Не по назначению, а вот так. Зафоршмачила половину видео. Ну, ничего страшного. Я думаю, что все тут понятно. Значит, вот тут подхватываю петельку или кромочную и провязываю два ряда. Раз, два. Выглядит это вот так. Набирала я обвитие 11 петель, провязывала два ряда, один ряд провязывала, и потом уже присоединяю свой плед. Гораздо быстрее, чем я буду вязать тунисским крючком. Ну вот как-то так показываю. Когда будет уже здесь присоединяться, мы точно так же будем присоединять, точнее вязать. Вот тут будет присоединяться точно так же кромочным петлям, жузелковым. Творите с удовольствием.